эвакуация жителей сел Александровское и сел Станислав. За три дня российскими войсками вывезено около 300 мирных жителей. Основа, которая составляет, это жители преклонного возраста, малолетние дети. Все люди доставлены в город Белозерка, в город Херсон, к своим родственникам, всем оказана помощь, все получили продуктовый набор. Люди благодарят, выражают свою благодарность за оказанную помощь, потому что вооруженные силы Украины, к сожалению, только разбомбили их дома, не оказывая никакой помощи, бросив своих мирных жителей на произвол судьбы. Джентльмен. Ой, что делать? Джентльмен. Ну, это не бог здоровья.